Тема моего доклада была, касалась изменений в 152 ФЗ и как теперь жить в связи с этими изменениями, поскольку возник определенный правый вакуум в связи с изменениями. И очень большие изменения в 152 ФЗ коснулись защиты персональных данных. Появились новые документы, которые до сих пор сейчас не разработаны. Возник правовой вакуум, и операторы не знают, как осуществить защиту персональных данных. Основным тезисом моего выступления было то, что необходимо пользоваться уже сложившейся практикой, которая была до внесения изменений, потому что проверки уже идут в связи с новыми изменениями, но защищать как-то будут. Я думаю, сейчас наиболее актуально вопрос с государственными услугами, поскольку они все активнее развиваются, и там, в частности, вопрос защиты персональных данных стоит очень остро. И следующее, исходя из этого, вопрос защиты веб-приложений и веб-ресурсов. Ну, поскольку в большинстве случаев нету коробочных решений, и каждая услуга разрабатывается с нуля. Там, разумеется, могут быть ошибки и какие-то уязвимости. С InfoSecurity у меня очень большая и давняя любовь. Я в ней участвую с 2006 года. Я вначале участвовал в качестве посетителя, а потом в качестве уже экспонента и участника. Я рад, что выставка переехала наконец-то в просторное большое помещение. Здесь легче дышится, чем на международной. Ну а пожелать хотелось бы, чтобы она проходила каждый год, была такая же интересная.